Всем привет, друзья! Вы на канале AlexPro, и в этом выпуске мы попытаемся поднять уровень наших персонажей, нашего оборудования за счет призыва. Причем за счет обычного призыва, то есть не будем тратить наши кристаллы. Да, а именно золото, потому что его тратить уже некуда. Вот смотрите, мы уже качнули всех, кого можно было качнуть. Ну, кроме тех, кого можно было купить за кристаллы, понятное дело. Вот, призванные, то есть все персонажи, все на максимум. И сейчас будем просто призыв использовать за золото и тем самым повышать уровень. Okay, давайте попробуем, и нам тут попадается фея. Улучшаем уровень, конечно же, будем дальше прокачивать. Mm-hmm. Чтобы 11 уровень было. Да, зачем забирать 40 тысяч, если мы так... 80 потратили, да. Еще раз. Еще раз, отлично, уже 12 уровень. Так. О, меч. Забираем. Отлично, уровень повышаем, конечно же. Всем повышаем уровень. Это, поскольку который... нам уже все равно некуда тратить, да, золото. Помните, это тот, который в начале выдается всем. Да. О, награда за уровень. Вот отлично. Это самый топ вообще, да. Вот замок улучшать. За убийство. Так, лучник. Повышаем. Да, всех повышаем, я думаю. А, ладно. Да, все равно золото нам пока не нужно. А выдают его уже отлично. Ну, понятное дело, что да, здесь кража. Дают в основном апгрейды замка и слабым персонажам. Но эти призывы такие очень-очень полезны. А то, глядишь, еще и выбьем что-нибудь легендарное. Паладин даже качнулся. Вот, отлично. То есть пока качаются только замковые. Угу. Замковые-то нам как раз и нужны. Да я получу камня, хочу получить персонажа. Отлично. Вот, то есть за 80 тысяч получили того, кого можно было бы за 300 с чем-то камней приобрести. Круто. Да. Всех повышаем. Всех повышаем, да, я думаю. Потому что... Это будет правильно. А потом набьем себе еще голды, еще насыпем на апгрейды. А потом уже и второй раз откроем эту специальную с легендарочкой. Да, кстати, скоро мы уже насобираем кристаллы, и на эти кристаллы возьмем себе апгрейд именно легендарочек. Да, специально. О, ого, редкий, смотрите, получим новый бой. Королевство. Отлично, сейчас посмотрим его, кто это такой. Ну, это мне показалось, что это обычный стрелок, вот, но какой-то продвинутый. Помнишь, мы тогда мага сделали 16 уровня? Да, было дело. А ну-ка, сейчас что у нас? Фея еще разок. Отлично. Ни за один раз еще не выпало ни маг, ни голем, ни гладиатор. Так, уже новые пошли всякие. Редкий воин еще прокачивается. Так. Паладин уже 14 уровня, отлично. Угу. Так, что дальше? Диапазон стрелкового оружия. Да, тоже 12, отлично тоже. Награда за уровень, это, конечно же, круто. Да, у меня вот самые, одни из самых таких вот крутых, это вот награда за уровень, потому как мы когда проходим уровень, мы больше будем золота добывать. Производство еды. Вот производство еды, это для прохождения уровней. Немаловажный, самый такой, я бы сказал, основополагающий. Еще награда за уровень, отлично. Копьеносец, так. Угу. Мы его называем копейщик, от слова копилка. Да нет, от слова копье, я полагаю. Так. Волшебник еще раз. О, голем! Отлично, вообще круто, да? Мы получили новый уровень голему. Лучник еще раз. Так, ну пока мы, получается, выбили сколько? Троих персонажей, смотри, да? Смотри, у нас было 4 редких, миллиона. Редких персонажей, по-моему, троих, да, выбили уже. Угу. То есть на прокач одного выбили, нового, и двоим подняли уровень. Двум. Еще или даже трем даже уровень подняли, да. То есть получается всего 4 редких призыва было у нас. О, еще получен новый персонаж. Копье королевства. Так.
У нас есть уже меч королевства и копье королевства. Отлично. Ну, диапазон стрелкового оружия, вообще стрелковое оружие. Воин. Ну, да. Оно больше идет как этот самый, ну, как отталкиватель врагов. Опа, а это кто такой? Огненная ведьма. Интересная штучка. Сила атаки стрелкового орудия. Так, осталось еще немножко, на 10 призывов получается. О, наконец-то. Получим персонаж. Давай его вкачивать не будем, ладно, давай. Все-таки потратим денежки сюда, а потом как-нибудь прокачаем. Защита замка, это, конечно же, хорошо, да? Да, тот воин, он вместо паладина идет. То есть, как редкий за камни. Я его на ПВП один раз уже вырубил. Опять такой идет. Так. Щитоносим, сейчас прокачаем до 30 уровня. Вот максимальный же 30 уровень, то есть, в принципе, мы как бы к этому стремимся, так сказать. Кстати, ребят, напишите в комментариях, когда идет 20 уровень, тогда герой меняет свой облик или нет? Черный наемник. Так, что у нас тут? Меч. Вот, отлично. Так, короче, вообще вариант, да? Так, за этот самый, за золото можно даже... Ну, черный этот стрелок редкий. Ну, все, уже нету. 52 тысячи. Да, 52 тысячи, отлично. Давайте посмотрим, кого мы тут выбили себе. Вот, в призыв заходим, смотрите. Нормально. Смотри, тут. Кстати, крутая ведьма. Это 1100 еды требует. То есть редкий персонаж, хороший урон. Стреляет огненными шарами. Проникающая атака. Ну, то есть, походу, как наш каменный вот этот вот маг. Маг молнии, да, он, по-моему, там назывался. О, это еще круче. 720. Ну, это тоже сильная атака и здоровьем. Силен против темных. Ну, типа паладина, как бы, только он... Да. Чуть покруче будет. Копейщик. Ну, копейщик слабенький, да, 180 еды требует, здесь 140. Ну, в общем, все. Ну что ж, ребят, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока. До встречи в новых выпусках.